Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня есть новости уже по поводу грядущего обновления. Оно будет, скорее всего, глобальным. Посмотрим, что изменит. Как видите, есть на Фейсбуке одна уже фотка, где куча гарнизонных героев. Возможно, им что-то добавят. Будут какие-то изменения глобальные. Посмотрим, так как вышла и вторая версия игры, в которую я сейчас играю активно. Но вот есть вот такая вот тема, и говорят, что будут давать бесплатно этот скин на Фейсбуке. Давайте попробуем увести Фейсбук. Facebook Custom Clash. Я на Facebook не сижу, поэтому ничего вам не скажу. Так, это, наверное, не этот Facebook, скорее всего. Наверное, этот. Тот же самый. Короче, какая-то хрень. Не тот Facebook. Ладно, неважно. Наверное, английский. То же самое, короче. Или здесь подписаться надо. Короче, ладно, суть не в том. Идем сюда на Twitter. В общем, это скин Вольта, который дадут всем по промокоду, который будет попозже известен после обновы. Вот теперь одно интересное. Если дадут скин, то значит и герои дадут без доната, потому что нафига этот скин, если у вас нету героя? То есть, по сути, как-то, ну, непонятно. По поводу этого, надеемся, что все-таки Вольта дадут тоже всем. Ну, по сути, он уже не настолько имбовый, но без доната он бы реально помог. Вот, напишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Но я думаю, что... Может быть дадут, только вопрос когда. Хотя скин на Минотавра тоже дали, там некоторые ребята пособирали, но Минотавра-то по сути не дали. Вот, ну посмотрим, что за глобальное обновление, что оно принесет в игру. В общем, думаю, будет интересно. Вот, по поводу того, что будет дальше с игрой, неизвестно. Очень... Мне что-то заходит вторая версия, хоть она и сырая, это там очень много трэша, очень прикольно все сделано. В общем, прокачки героев и все остальное, ну, тоже заточено под донат, но есть свои плюсы. У меня по поводу этого есть идея создать просто параллельно второй канал, чтобы их не совмещать, эти игры, не знаю, напишите в комментах, как вы думаете, что вы думаете по этому поводу. У меня есть второй канал Live, то есть я думаю, может его переделать просто или сделать, либо на этом размещать второй, вот как сегодня, кто смотрит канал активно, те видят, что я через видео выпускаю то такое, то такое. То есть такой вариант есть, либо же другой канал создать, чтобы не засорять. Ну, в принципе, это одна и та же игра, то есть мало ли что дальше будет. Вот, по поводу конкурса на Огника, который должен быть еженеделька, все помню, проведу, пожру попозже и закину вам инфу. По поводу конкурса, возможно, стримчик, ну, в стримчиках вряд ли, хотя посмотрим, может и запущу, ну, в общем, посмотрим. Вот так вот, пишите комменты, что вы думаете, всем удачи, всем пока.